Всегда будут болезни, перед которыми мы бессильны. И сколько мне осталось? Судьба вынесла им смертный приговор. Счет времени идет на часы. Свои последние дни они решают прожить как надо. Мчать навстречу своей мечте. Ты думаешь, мы действительно будем сидеть на облаке и говорить о море? Несомненно. Отгоните тачку Кёртису, поставьте во дворе, отдадите ему ключи и смывайтесь. А если я захочу поссать, посы в карман. Один из вас идет и ссыт, другой сидит в машине. Тачку без присмотра не оставлять. Возьмем анализ мочи. Мне бы еще стаканчик. А я недавно ходил. Глубокий вдох и... Ну, вы и выдали. Да, проверяться надо регулярно. Что вы себе позволяете, Герберест? Здесь не дом отдыха. Сестричка, сделайте мне минетик или принесите чашечку чая. Хотел убедиться, что все в порядке. Что в порядке? Проверял, жив ты или нет. Не хочется лежать в одной палате с трупом. Я не умер. У меня в голове опухоль с теннисный мяч. Если повезет, протяну еще несколько дней. Картину снял Томас Ян. Главные роли исполнили Тиль Швайгер, Ян Йозеф Лифорс, Тьерри Ван Дервеке и Мориц Блейкройд. Может, надо было спросить у кого-нибудь? Соль? И лимончики? Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря, и веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась, и губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой. Я никогда не видел море. Молодец, Абдул! Здорово! Прямо на красный! Откуда ты взялся? Вы меня сбили, уроды! Мы очень спешим. Видно же, что он не пострадал. Нет уж, пусть доктор посмотрит. Эй, не дайте ему уйти. Всем руки вверх. Хэнк, уходим. Это что такое? Ты что-то хочешь, волосатый? Герой Мартин Брест был назван так в честь знаменитого режиссера, автора фильмов «Запах женщины» и «Знакомьтесь, Джо Блэк». Режиссера фильма Томаса Яна можно увидеть в эпизодической роли таксиста, а именно в сцене перед покупкой автомобиля Cadillac Fleetwood. В фильме звучит кавер-версия песни Боба Дилана «Knocking on Heaven's Door», исполненная немецкой группой Selig. В сцене, где Руди отдыхает с двумя девушками, камера вращается, и в кадр по очереди попадают члены съемочной бригады. А что это за машина? 230-й Мерседес небесного цвета. Мы его украли. Мартин Брест, да? Да, только что из больницы. С самого начала рассказывать. Послушай, Руди, бояться глупо. Даю вам последний шанс. Верните мою тачку вместе с теми ублюдками, которые ее угнали. И побыстрее. Чем могу быть полезен? Сколько стоит? Это 230-й SL. Нигде такого не найдете. Вас спрашивают, сколько он стоит? 75 тысяч. Вы что, шутите? Она же не новая. У нас нет столько. Примочим, гада. Мартин, это самый крутой прикид в моей жизни. Спустим еще пару тысяч. Простите, у нас перерыв. Сегодня останетесь без обеда. Вы хотите наши деньги? Бинго! Браво! Сотни тебе, все остальное в пакет. Шевелись. Целый миллион! Да, миллион. Эта тачка счастливая. Мне бы просто на море. «Нью-Йорк Таймс». Обманчивая крутизна фильма не скрывает сентиментального послания. Прожить жизнь на полную катушку иногда означает увидеть свой последний рассвет над гладью океана. Variety. Учитывая отсутствие сюжета как такового, фильм держится на двух актерах – Швайгере и Лиферсе. Очень разных и замечательно здесь совпавших. Зрительский рейтинг – 8,6 из 10. Оценка кинокритиков – 8 из 10. Они в номере «Королевская сюита». Перекрыть вход. Вставай! Просыпайся, быстро! В чем дело? Здесь полиция! Бросьте оружие, или я застрелю заложника! Ну как, вы их арестовали? Я что, Бэтмен? Вы менеджер? Да. Держитесь, они хотят взорвать отель! Кабаре – настоящий романс. Ну, как тебе? Это твое желание, Руди. Отлично. Наконец-то вся компания в сборе. Где мои деньги?
Какие деньги? Хватит придуриваться. Скажите, где мои деньги, и я подарю жизнь обоим.